Кто? Нашел еще упражнения такие, ну интересные такие, мне понравилось. А то я сейчас показываю, как я подготавливаюсь сейчас. А то у меня закрываются кошки, чтобы не сломали, перевозить когда. Пюпитер, его нужно убрать подальше. Вот как, какие упражнения. Стул вот этот красный убрать. А вот это вот одеяло свернутое, посмотри, лежало на валенках. Я сажусь на это, поднимаю повыше, и у меня... Тут они были опухшие, все это прошло. Нету. Теперь вот сюда надо положить. И залезьте на это. Мне так понравилось это. Вот так вот сесть. А там я мешал это там с книгами ящики, я его убрал, чтобы ноги проходили туда и сюда. Больше захват был. Больше. Я это делать начал. А вчера ты посмотрел, да коне, говорит, надо похлопывать. И там какие-то там это... Мне нужно, чтобы смазка там была. И поехали. Ничего себе больной, говорит. А я не считаю больным. Я сказал, меня не записывайте в больные. Это организм истерся. Это подшипники менять надо. Вот так надо мотать ногами. Там говорят, дети машут. Да там так и написано, как дети машут ногами, сидят. Вот так вот. Вот так махать. И сколько, сколько? А хоть полчаса, говорит. Фу, полчаса. Ну, я могу тут включить, слушать записи. Там у меня есть писание, Златоуст, Жития святых, Добротолюбие. Ну, пока не включаю. Это утро ранее, еще 6 часов, наверное, нет. Посмотри вверху. Часы покажи, как. 2:07. Седьмой, шестой уже? Седьмой. Седьмой? Да. А мы 8:30 будем встречаться сегодня, там пойдем. Куда-то в город зовут, или как там, я не знаю. В 9. О, смотри. Ты поэтому по крыльцу не ходи сейчас. Самый лед. Не дай бог упадешь. Я сколько раз говорил, ты даже не вспомнишь. Не ходить никуда. Мы вот идем с Любовью Николаевной, она под руку меня, мы держим. А через дорогу рука за руку, не под руку, чтобы ноги не заплелись друг за друга. Вот. Я ей как-то говорил, у нее палочка где-то, сделай там на ней, чтобы красный флажок. Как переходить, вот так подняла, ну и переходим. Кошка испугалась. Такого она не ждала от меня. А утром я святой освященной водой вот это все смачиваю и крестным знамением. Да. Ну и что? Хожу, я же хожу. Да не просто хожу, а... Сейчас мне некогда, я в рулетке пойду. Как я убираю вот так? Так. Это все снимаю. Пюпитер кладу. А сейчас покажу, как это делается. Так. Так это закрываю. Это у меня специально для съемки. Это микрофон. Ну и теперь... Так, подожди маленько. Ну, вот смотри, как она вот... Она ждет, когда я... Всё. Сейчас я сделаю так, чтобы она... Она уже меня ждет. Так. Так, подожди. Черная, смотри, я сажусь. Все. Ну, давай сюда. Ой, молодец какая. Ну, ложись. Теперь я тут... Потом возьму вот так вот фашку. Господи, пошли добрых людей. Сейчас рулетку. Это я убираю. Теперь вот сюда вот... Так, сейчас, минуточку. Сейчас я захожу. Ой, да молодец, легла она у меня. Она мне греет здесь, где надо. На улице подобрали бомжишку. Первое место среди кошек занимает. Шустрая. Так. Ладно. Теперь... Я захожу, господи, пошли доброго человека. Далеко сидите?
далеко, но я из окошки сел далеко, я потом повернусь. Я показать хотел, она лежит как-то, ее сними. Вот оно как, теперь я захожу. Слава Иисусу Христу! Мы, православные христиане, пришли в это место рулетки в Содом в этот рассказать о любви Божией, что Иисус умер и воскрес третий день. И отвечаем на все вопросы. Вот так. А у меня, да, все. Смотри, как они... А ты их пугаешь этим, снимаешь. Слава Иисусу Христу! Все, мигом, ты где-то сбоку маленько встань. Встань. Слава Иисусу! Мы православные христиане, свидетель самолюбви Божьей. И отвечаем на вопросы. Как у вас дела? Ну скажи, человек, с которым никогда не встречаетесь, никогда не спрашивайте дела. Ну что, нормально? А вы откуда будете? Все один за другим вопросом. Это вам ничего не даст. Вот откуда. Мне просто интересно. Я первый раз в жизни такое встречаю. Хорошо. Вы знаете, что такое Википедия? Да, да, знаю. Вот заряди два слова. Википедия. А потом Игнатий Лапкин. И там все вопросы ваши ответили. Все, сгинули. Военные, видимо.